Семена и удобрения закуплены, техника отремонтирована. Аграрии Ульяновской области полностью готовы к началу посевной. Об этом доложили губернатору Сергею Морозову во время объезда нескольких сельхозпредприятий. Глава региона осмотрел новенькие тракторы, на которых будут работать в этом сезоне фермеры. Посевная площадь яровых культур в этом году составит 677 тысяч гектаров. Что касается озимых культур, то мы посеяли в прошлом году зерновые и зерновые культуры на площади 312 тысяч гектар. Это за последние 8 лет наивысший показатель. Безусловно, мы все прекрасно понимаем, что именно озимы являются основным вкладом и формированием валового сбора зерна. В этом году календарная весна наступила намного раньше, чем средние многолетние значения, а именно на 20 дней. Это отразилось и на состоянии озимых посевов, которые вышли из спячки раньше. С учетом того, что была малоснежная зима и температура на глубине узла кучения не пускалась ниже критических значений. Состояние озимых культур очень хорошее. Гибель в пределах менее 10%. Поэтому сейчас нужно поставить задачу всем сельхозтоваропроизводителям активно провести весеннюю подкормку озимых культур. И аграрии не заставили себя долго ждать. Подкормку особенно важно проводить на ослабленных посевах, чтобы предотвратить заболевания и увеличить урожайность. На полях работают хозяйства 14 районов. Тем временем глава региона призывает не забывать о соблюдении всех требований безопасности. Сельхозпредприятиям сейчас должны предъявляться особые повышенные требования безопасности. Это, прежде всего, касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекции, и не только помещений, но и техники, а также необходимо обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты. Некоторые земледельцы уже вышли на баранование зяби и паров. Это позволит разбить почвенную корку и дать озимым больше воздуха. Баранование проведено на площади почти 8 тысяч гектаров. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.